Всех приветствую, продолжаем рассматривать картины художников, знакомиться с их автобиографией. Джованни Фатори, итальянский художник, член группы Макиаоли, один из крупнейших представителей итальянской живописи XIX века. Изначально стал знаменит как художник-баталист, затем под влиянием барбизонской школы стал работать в пленэрной живописи, в основном в пейзажном жанре. После 1884 года много увлекался графикой. Я пользуюсь переводной Википедией. Родился в небогатой семье в Ливорно 6 сентября 1825 года. Первоначально предполагалось, что он получит образование в торговле. Но так как юноша проявил талант к живописи, в 1845 году поступил в ученики к Джузеппе Бальдини, художнику, получившему образование в Риме, но работавшему в Ливорно. В 1846 году переехал во Флоренцию, где брал частные уроки у Джузеппе Пиццуоли. Затем записался в Академию художеств. В 1848 году он прервал обучение в Академии, сочувствовал национально-освободительному движению и хотел записаться в армию, но семья удержала его от этого шага. В 1850 году возобновил обучение в Академии, делая большое количество зарисовок с натуры в небольших альбомах, которые всегда носил с собой. Часто бывал в кафе «Микеланджело» во Флоренции, где собирались художники. Очень небольшое число известных нам произведений Фатори относится к началу 1850-х годов. Под влиянием Пиццуоли он писал портреты и исторические картины, в основном из истории средних веков и возрождения. Начал вместе с туринским художником Андреа Гастальди экспериментировать в жанре реализма. Одновременно продолжал заниматься исторической живописью. В 1855-м ряд итальянских художников посетили Париж, где ознакомились с работами художников барбизонской школы. Вернувшись, они распространили в Италии ранее там неизвестную идею пленэрной живописи. А в 1859-м Фатори познакомился с римским художником Джованни Коста, под влиянием которого также занялся пленэрной живописью. Во Флоренции из числа художников, посещавших кафе Микеланджело, сформировалась группа Макиаоли, работавшая на пленэре и исповедавшая принципы, близкие к импрессионизму, и иногда рассматривающаяся как предшествующая импрессионизму. Фатори вошел в эту группу, то существенным образом изменил его стиль, хотя он никогда не шел так далеко в растворении контуров в свете, как импрессионист. В 1859 году выиграл конкурс на лучшую патриотическую батальную сцену с картиной «После битвы при Маджен». Вырученные средства позволили ему жениться в июле 1859 года на Сентимии Вануччи и поселиться во Флоренции. 1875-го впервые посетил Париж, где одна из его работ «Отдых» была выставлена в салоне. Ему удалось познакомиться с некоторыми французскими художниками, в том числе Камилем Писсаро. Однако он воспринял импрессионизм без особого энтузиазма, явно отдавая предпочтение барбизонской школе и выражая свое восхищение такими мастерами, как Камиль Каро и Эдуард Мане. После 1875-го много работал в графике, и в особенности после 1884 года в технике афорта. Его афорты сразу были отмечены критикой, выставлялись на выставке во Флоренции и на национальной выставке в Болонье. В том же году его афорты купила Национальная галерея современного искусства в Риме. В 1884-м выпустил альбом с 20 литографиями. В 1888-м был повышен в должности, стал профессором рисования в Академии художеств. Участвовал в ряде международных выставок, в частности, получил золотую медаль на Всемирной выставке в Париже в 1900 году. В 1891-м женился во второй раз на Марианне Бигоцци Мартинелли. Несмотря на значительные доходы от продажи своих работ, он жил в бедности и вынужден был давать частные уроки. После смерти второй жены в 1903 году он в 1906 женился в третий раз на Фанне Маринелли. До конца своих дней преподавал в академии, но не воспринял новых художественных течений, в частности выступил с резкой критикой пуантилизма. Умер 30 августа 1908 года во Флоренции. Его работы выставлены в наиболее известных музеях, престижных, современных искусства в Италии, таких как Национальная галерея современного искусства в Риме, Пинакотека Брера в Милане, Палаццо Питти во Флоренции, в Ливорно открыт музей Джованни Фатори. Ну вот так вкратце о Джованни Фатори, итальянский художник, один из крупнейших представителей итальянской живописи XIX века. Пока-пока, до свидания.